В индийских фильмах пляшут все, от эстрадного Болливуда до классического нрита, а еще сакральные танцы. Именно им отдает предпочтение Мария Козлова. Я изучаю классический индийский танец, это древний храмовый танец, сакральный танец, который передается от учителя к ученику строго по канонам. Здесь все продумано до мелочей, от костюма до смысла. В момент танца артист считается проводником божественной энергии. Сари и украшения защищают его от внешнего негатива. Движения выполняют обязательно босиком, чтобы прочувствовать силу земли. Позиция романди. Мы выносим ногу в правую сторону и открываем хасту. Возвращаемся. Взгляд не забываем, да? Ноги, руки, голова, все отдельно, координация нарушена, но не беда. Я думаю, если 1000 раз повторю, да, что-то обязательно получится. Но это не точно. В таких танцах важна не только физическая подготовка, но и знание языка жестов. А еще нужно владеть навыками актерского мастерства, чтобы правильно передать эмоции. Индийский танец – это не просто набор хаотичных движений. В каждом элементе зашифровано целое сообщение. Например, сейчас я хочу сказать, что… Все просто. Я тебя люблю. Если в стране зиты и гиты так повествуют о чьей-то судьбе, то в краях пустыни оазисов исполняют танец живота. Одни из самых популярных стилей – арабский и турецкий. Первый сдержанный, а второй фольклорный. В обоих работают все группы мышц, а значит, это отличный способ поддерживать себя в форме. Отличие от других танцев, естественно, в наборе элементов, то есть в стилистике самого танца, и в настроении, которое транслирует этот танец. Естественно, в первую очередь, настроение нам сообщает музыка, о чем песня, и это уже обыгрывает танцовщица. Один из плюсов – этот вид танца может освоить каждая девушка. Главное – желание и немного практики. Наталья Житко, Алим Велиев. Утро нового дня.